исполнения на высшую категорию такой не было. А вот Елена Замолодчикова, попытка номер 4 завоевать кубок. Первая это удалось вполне в прыжках, потом обидный срыв на перекладине, потом совсем уж какое-то вот бледное выступление на бревне, и вот сейчас очень оригинальная композиция вольных упражнений. Необычная, я бы так сказал. Не то чтобы оригинальная, необычная. Прекрасно. А вы заметили, да, от угла до уголка миллиметра, вот она... Миллиметра, просто... прямо, это все так тяжело. Потому что сейчас опять кидает. А вот тут уже не удержалась. Не умещается она. Это и каждый раз, между прочим, я уже и Надежде говорила. Ну разве можно так запросто отдавать эти золотые десятые? Не умещается она. Длинная акробатика. И сложная акробатика. Масленникова сейчас даже отвернулась, вот я вижу, она не смотрит на ковер, да? Она уже расстроилась. Она максималистка. Да, я молодец. Фейерверк. Акробатику она делает на втором этаже. Она же слабознил сейчас соревнуется. Это, чтобы ее обойти, ей надо получить 9-8 и еще одну десятую снимут за ковер. Вот тогда еще где-то сравнять. А 9-8, ты сам понимаешь, какая высокая цена. Вот все зависит от этой диагонали. Удержалась в пределах ковра хотя бы. Прям в пределах на грани как пола. Теннисист уровня первой это рейтинговой десятки посылает мячик точно под линию, так вот дважды. Елена Замолочкова сейчас приземлилась точно вот под линию. Очень хорошее сравнение, действительно вот так. Ну, посмотрим, как склонится симпатия судей в ее адрес или... Адрес еще две участницы остаются, конечно, на вольных. Долгополова и Коростелева. Но как-то я вот, ну, не верю в то, что они смогут обойти Лобознюк. А вот Замолочкова сейчас, в принципе, оценочку высокую может получить. Ну и она вряд ли выше. Денис, вспомним, что за ковер-то она все-таки один раз. Да, вот поэтому, и, поэтому и будет. И вот ей может именно этого заступа тоже не хватить. Вернее, вот этой вот ошибочки в заступлении. А пока Рашид Касум.